130 лет назад, в ноябре 1894 года, в Севастополе родился Иван Дмитриевич Папанин, сыгравший важнейшую роль в изучении и освоении Арктики. Когда началась Первая мировая, его призвали на Черноморский флот. Он присоединился к большевикам. Участвовал в гражданской войне. В 1920-м брал Крым. Он прошел непростую жизненную школу. Служба комендантом крымской ЧК, вспоминал Папанин, оставила след в моей душе на долгие годы. Дело не в том, что сутками приходилось быть на ногах, вести ночные допросы. Работники ЧК были санитарами революции, насмотрелись всего. К нам часто попадали звери, по недоразумению называвшиеся людьми. Разговор с ними был короткий. В начале 30-х он увлекся севером. Его назначили начальником главного управления Северного морского пути. Он стал доктором географических наук, дважды героем Советского Союза. Он попадал в труднейшие ситуации, рисковал жизнью, но Арктика его манила. Корреспондент «Правды» рассказывал о разговорах с Папаниным. Он всегда был настроен решительно. «Всех разгоню, а план выполню. В море пойду сам. Буду командовать на месте. Это же сталинская трасса, и нечего мудрить. Изучать все и вся. Надо изучать трассу. Притом круглый год». В годы Великой Отечественной Иван Папанин – уполномоченный Государственного комитета обороны по перевозкам на севере. С первого дня войны вермахт и финские войска пытались захватить север и, прежде всего, Мурманск, главную базу Советского Северного флота. Полярной зимой льды перекрывали вход в Архангельский порт. Мурманск оставался единственным незамерзающим портом, который связывал Советский Союз с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Папанин возглавил перестройку Мурманского и Архангельского портов на военный лад. Здесь разгружались прибывающие суда, и отсюда на фронт отправлялось все, что было необходимо Красной армии. В 1943 году Ивану Дмитриевичу по праву присвоили адмиральское звание. Под его руководством моряки и летчики осваивали бескрайние просторы Арктики. В те далекие времена газета «Известия» восхищенно писала: «Сейчас достигнуты адские скорости по 300 верст в час, а летчики научились гибче птиц владеть своими крыльями». Выступая в Кремле на сессии Верховного Совета СССР, Сталин говорил: «Люблю я летчиков и должен прямо сказать, за летчиков мы должны стоять горой. И когда какого-нибудь летчика обижают, у меня сердце болит». Столетия назад авиация олицетворяла все новое. Полеты завораживали. Молодые люди с восторгом осваивали летное дело. Полярные летчики, которым приходилось тяжелее всех и которые рисковали больше других, поднимались в небо не ради высоких званий и наград. Первыми героями Советского Союза в 1934 году стали летчики-полярники. Через 5 лет учредили и знак отличия – «Золотую звезду героя». «Золотую звезду номер 1» вручили полярному летчику Анатолию Васильевичу Лепедевскому, который спасал экипаж раздавленного льдами парохода «Челюскин». Руководитель экспедиции профессор Отто Юльевич Шмидт сообщил тогда в Москву: самолет АНТ-4 под управлением летчика Лепедевского благополучно доставил всех бывших на Челюскине женщин и детей. Посадка и подъем были проделаны удивительно четко. Успех полета товарища Лепедевского тем значительнее, что стоит почти 40-градусный мороз. В общей сложности за время экспедиции я сделал 36 полетов в пургу полярной ночи, вспоминал сам Лепедевский. На страшной практике прошел невиданную школу работы полярного летчика. Корреспондент ТАСС Лазарь Константинович Бронтман записал в дневнике: «Был вчера у Лепедевского. Он рассказывал, как нарком обороны Ворошилов оберегает их от всяких покушений. Многие хотели забрать героев на работу. Ворошилов не дает.
пусть сначала окончат военно-воздушную академию. К 20-й годовщине рабоче-крестьянской Красной армии ребятам хотели дать звание майоров. Они были капитанами. Ворошилов лично написал: «Полковники». Страна гордилась своей авиацией. Отечественные самолеты ничем не уступали иностранным. Советские летчики ставили один рекорд за другим. Генералы-летчики очень молодые. Троим генерал-лейтенантам авиации не исполнилось и 30. Двоим всего 33 года. Еще пятерым меньше 40. Пилоты были окружены романтическим ореолом. Это те, с кем и в самой отчаянной ситуации не страшно. К летному составу относились с уважением, прощали промахи и упущения. В 30-е годы пилоты пользовались у женщин особым успехом. Заместитель наркома обороны, командующий военно-воздушными силами, герой Советского Союза Павел Рычагов, человек, влюбленный в авиацию, на одном совещании в ЦК партии обратился к Сталину. Нужно, чтобы правительство приняло закон, который запрещает военным летчикам жениться в течение первых 2-3 лет службы. Зал покатился со смеху. Сталин повернулся к Рычагову и говорит: «А вы когда женились?» «На 6-м году службы», — гордо ответил Рычагов. «Ведь у нас командир формируется в течение 2-3 лет. Но приходит после училища молодой летчик, у него же семья, дети. Раз он высокий класс покажет, у него душа дом». «Нет», — сказал Рычагов, — «нужно принять такой закон». Курсантский состав летных училищ утверждался в Москве высокой партийной инстанцией – Оргбюро ЦК ВКПБ. Все знают политическое бюро, политбюро – главный орган власти в советское время. Но с 1919 по 1952 год существовало и организационное бюро ЦК партии, занимавшееся главным образом подбором и расстановкой кадров. В марте 1934 года по требованию Сталина приняли постановление Политбюро установить более строгую проверку при приеме в летные школы, при переводе в летчики, поручить Оргбюро отобрать 6300 коммунистов для направления в летные школы. Летчиками становились дети руководителей страны. Младший сын Сталина – Василий. Старший сын Никиты Сергеевича Хрущева – Леонид, погибший в бою. Сын члена Политбюро Николая Александровича Булганина. Ставший героем Советского Союза старший сын Александра Сергеевича Щербакова, руководителя Москвы. Сын рано умершего военного министра Михаила Васильевича Фрунзе – Тимур. Он погиб в бою в январе 42-го. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Летчиками стали трое сыновей члена Политбюро Анастаса Ивановича Микояна. Один из них, Владимир, погиб в воздушном бою под Сталинградом. Алексей стал генерал-лейтенантом. Степан Микоян тоже получил генеральские погоны и золотую звезду героя. Человеку свойственно, особенно мужчинам, но и вообще свойственно преодолевать трудности, стремиться к преодолению. И вот в этом преодолении и удовлетворение человек находит. А вот летная профессия особенно привлекает, но я не знаю, только ли этим или нет, только ли трудностями, романтикой какой-то. Лететь на Северном полюсе в открытой кабине, это поэтому летчики ходили в шлемах, в очках, в кожаных брюках, в кожаных куртках. И когда сейчас люди цитируют, почему Чкалов был таким решительным, грубым, и так далее. А я им говорю: а как вы хотели бы, чтобы живой человек, оказавшись в такой среде, вел себя на земле по-другому? Каждому времени, каждой ситуации нужен свой характер. Когда ты каждый день видишь солнце, когда ты прорываешься сквозь облаков, или хотя бы просто ты властелин и неба, и земли, да, ты летишь и видишь на малой высоте, пусть это будет 300 метров, 100 метров, да, но ты видишь животных, весь этот мир совершенно нерукотворный. Но об Арктике это вообще свой разговор. Вот. Поэтому, конечно, скучаешь по небу всегда. Летчикам не бывает страшно. Летчик идет на задание полностью уверенный за успешное выполнение задания. Эмоции наступают потом,
когда осознаешь, что бы могло случиться, как бы плохо мог бы закончиться тот или другой полет, сколько людей могли бы стать жертвами необдуманных действий. Арктика – это безмолвие. А безмолвие – это не тишина. Это язык природы, это язык Создателя, это язык Бога. Когда вы прилетаете с Арктики, через 2 месяца вы понимаете, что вам ее уже не хватает на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что, конечно, есть люди, которые не могут это освоить. У нас в летной школе бывали случаи отчисления, правда, довольно редко. Так что не все подходят. Некоторых отчисляют по неспособности. Север ошибок не прощает. Один из путешественников, полярников, сказал: «Потерять жизнь на севере легче, чем потерять монету в дырявом кармане. Поэтому риск очень высок. Минус 40 градусов, нет никаких ориентиров, нет питания, нет жилья, нет связи. В таких условиях, безусловно, страховка и выручка друг друга выручают». Папа мне говорил: «Ну зачем тебе это надо? Это так опасно». Ну, имеется в виду, не столько опасно, сколько морально. Если ты неправильно что-то делаешь, сам себя съешь потом морально. Арктика очень странная страна. Ее слишком много на одного человека, всегда хочется поделиться. Но как бы вы о ней ни рассказывали, если вы через сердце это не пропустите, а через сердце это можно пропустить только романтикам. Те, которые воспринимают Арктику восторженно. Ну, как она и есть. Она действительно нерукотворная. Вот. Тогда слова, проходящие через сердце, становятся чувствами. Первыми героями Советского Союза стали летчики, спасшие челюскинцев. Первыми дважды героями Советского Союза стали летчики. Первыми трижды героями Советского Союза стали летчики. Первым героем России стал летчик. Первым героем Советского Союза и Российской Федерации стал летчик. И первой женщиной, героем Советского Союза, стала летчица. Вы помните катастрофу Челюскина, зажатая во льдах? И 104 человека оказались на льдине, а корабль утонул. И первыми в открытых кабинах на поиски людей полетели летчики. Обнаружили их. И первыми героями стала семерка наших отважных полярных летчиков. Во главе с Лепедевским, Водопьяновым, Каманином, Дорониным, Молоковым. О летчиках заботились. Даже ввели ворошиловские завтраки, дополнительное питание, установленное приказом народного комиссара обороны Климента Ефремовича Ворошилова. Кофе с молоком, булочка и шоколад, которыми летчиков угощали ровно в полдень. Охваченные страстью покорить небо, советские летчики ставили один рекорд за другим. Нарком обороны Ворошилов писал Сталину: «Я сейчас буквально места себе не нахожу вследствие аварии в воздушном флоте. Кадры летного разрослись. Укомплектовываются чрезвычайно молодым, малоопытным, что естественно, а главное по-настоящему недисциплинированным кадром. Залихватские замашки, бравирование своими летными подвигами – вот основные источники, откуда проистекают наши несчастья». Летчики управления полярной авиации Михаил Васильевич Водопьянов и Михаил Сергеевич Бабушкин впервые в истории посадили самолет на Северном полюсе. Оба стали героями Советского Союза. Михаил Водопьянов прожил очень яркую, многокрасочную такую жизнь. И летчиком он стал только в 29 лет. Вот. До этого он был крестьянином, там, красноармейцем, помощником шофера, тогда должность такая была, потом шофером, это уже выше была должность, и потом выучился на моториста. Он год
обслуживал один, ну, с бортмехаником, эту линию Хабаровск-Сахалин. Летом 1937-го они доставили на полюс полярную экспедицию. Ее возглавлял Иван Дмитриевич Папанин, будущий герой Советского Союза и начальник главного управления Северного морского пути. Папанин вспоминал, сидим у иллюминатора, смотрим, где же полюс. Вдруг в самолете нехорошее оживление. Оказывается, потек радиатор одного из моторов. Ничего, ребята, тряпками собрали антифриз, закачали опять в мотор и полетели дальше. Разве это не героизм? Евгений Константинович Федоров, будущий герой Советского Союза, академик и начальник гидромедслужбы, вспоминал. Водопьянов внимательно вглядывается в ледяную поверхность. Минут через 10 находит подходящую льдину. Вниз летит дымовая шашка, шлейф дыма указывает направление ветра. Идем на посадку. Лыжи коснулись поверхности. Сзади раздается хлопок парашюта. Он надулся и тормозит самолет. Это изобретение Водопьянова. Зародилась эта идея полета на Северный полюс. Водопьянов даже написал пьесу «Мечта пилота», еще не будучи на Северном полюсе. Радист экспедиции Эрнст Теодорович Кренкель записал в дневнике. «Северный полюс надо обмыть и спрыснуть. Извлекается из самолета бутылка коньяку и несколько алюминиевых кружек. Товарищи, за нашу замечательную страну, за нашего Сталина!» Дружно гремит троекратное «Ура!». И кружка холодная, и густой от мороза коньяк обжигает. Но за такой тост что угодно выпьешь. Его вот это заразило. Арктика имеет свойство заражать. И я сам, хотя в командировку там был только несколько месяцев на Ан-2, в общем-то, это увлекает, хочется все время туда вернуться. Ну, потому что это как другая планета. Папанин регулярно передавал в агентство с помощью радиста экспедиции Эрнста Теодоровича Кренкеля важнейшую для науки информацию. Подписывался так. И Папанин, спецкор, ТАСС, Северный полюс. Иван Дмитриевич рассказывал о своей корреспондентской работе. Корреспонденту обычно приходится искать материалы для заметок по предприятиям и стройкам. Моим материалом служит вся наша жизнь и работа. Я не имею письменного стола с лампой и телефоном. Писать приходится на дощечке размером 14 на 8 дюймов, держа ее на коленях. Стараюсь писать начисто, без черновиков, ибо у нас ограниченный запас бумаги. Папанинцы дрейфовали 274 дня. В начале февраля 1938-го течение погнало льдину в сторону теплых вод Атлантики. На помощь отправились ледокольные пароходы «Мурман» и «Таймыр» и ледокол «Ермак». 16 февраля Папанинцев нашел взлетевший с «Таймыра» командир летной группы Геннадий Петрович Власов. 19 февраля полярники были спасены. Папанин вспоминал, после дрейфа возвращались домой на борту ледокола «Ермак», и московские актеры устроили нам потрясающий концерт. Но самым ярким был джаз Леонида Утесова. Я с таким восхищением слушал его песни. Он исполнил песню про море, повернулся ко мне и, изображая плывущего человека, закричал: «Орденоносец Папанин! Орденопросец Утесов плывет к вам!» В честь папанинцев в Кремле был устроен банкет. Сталин говорил: «Что непонятно другим, героев спасаем, чего бы это ни стоило. Нет такого критерия, чтобы оценить смелость человека, героизм. Так мы и решили. Никаких денег не жалеть, никаких ледоколов не жалеть. Дорогие товарищи большевики, партийные и непартийные, я пью за тех, кто не забывает идти вперед. За здоровье
всех героев. Папанинцы сидели за одним столом с членами Политбюро, а жены за другим столом. Сталин к ним подошел, стал знакомиться. Вы чья там, Папанина? И он всех пригласил к своему столу. А тройка летчиков сидела отдельно. Сталин подошел к жене Чкалова и говорит: «Ну вот вы на меня недовольно все смотрите. Думаете, это я ваших мужей подбиваю на новые полеты? Да я единственный, кто этих сорванцов может удержать». Повернулся к летчикам и сказал: «В этом году больше никаких полетов. Побудьте с женами». Во Вторую мировую войну Арктика стала полем боя. Полярные летчики потребовались в военной авиации. В нацистской Германии строили свои планы относительно Арктики. Немецкие ученые доказывали, что Арктика – место пребывания древних арийцев, которые обладали нечеловеческими способностями. Если арийцы вернут себе утерянные способности, они вновь обретут власть над миром. По поручению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, его одноклассник, доктор филологии Бруно Швайцер, готовил арктическую экспедицию. Нацисты верили, что где-то во льдах сохранилась чистая нордическая кровь. В войну полярные летчики защищали советское Заполярье и конвои союзников, которые доставляли оружие и стратегическое сырье и продовольствие. В Баренцевом море в районе острова Медвежий появились немецкие подводные лодки. Они охотились на союзные конвои, которые пробивались в Мурманск и Архангельск. Первый герой Советского Союза, полярный летчик Анатолий Лебедевский, теперь уже заместитель командующего 19-й воздушной армии, руководил уничтожением немецких подводных лодок, проникавших в Белое море. Конвои, которые шли северным морским путем, пытался перехватить немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шер». 25 августа 1941 он потопил ледокол «Александр Сибиряков», который в войну продолжал обслуживать полярные станции. Силы были неравны. Часть моряков погибла, часть попала в плен. Затем крейсер атаковал остров Диксон, но напоролся на сопротивление советских моряков и отошел. Немецкий надводный флот нес такие потери, что практически перестал существовать. А с ледокола «Сибиряков» спасся только один машинист Павел Иванович Вавилов. На шлюпке, на которой оказалась и еда, и питьевая вода, и топоры, и спички, он добрался до необитаемого острова Белуха и стал ждать помощи. Командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко вспоминал. Вавилов провел в сентябре 1941 года на крошечном островке в Карском море более месяца в полном одиночестве, пока его не спас экипаж летчика Черевичного. Летал Черевичный блестяще и, несомненно, принадлежит к числу тех людей, у которых чувство полета является шестым чувством. Сам Иван Иванович признавался: «И случалось, мы выполняли задания, нарушая инструкцию». С 1934 года Иван Черевичный служил в управлении полярной авиации Главного управления Северного морского пути. Счастливо спасенный им Павел Вавилов после войны продолжал службу на Арктическом флоте и стал героем социалистического труда. «Трасса, по которой я летал, — рассказывал Иван Черевичный, — шла к берегам Северного Ледовитого океана, связывала центр Сибири с районами, расположенными далеко за полярным кругом. Мы перевозили геологов, врачей и учителей в труднодоступные районы Верхоянского хребта, в поселки, разбросанные на многие сотни и тысячи километров. Самолеты садились зимой на замерзшей тундре или гладком льду реки. Рискованно, конечно, но мы к этому привыкли». Иван Черевичный поражал скромностью и самоиронией. «Все верили в полярную авиацию», – писал Черевичный. «В летчиков, которые заставляют самолет взлетать со льдин во время образования торосов или с коротких площадок
и совершают рискованные посадки. Этим мы были обязаны в известной мере нашим пишущим братьям, корреспондентам, которые много писали о смелых полетах летчиков в Арктике. Начитавшись о себе, мы и сами уверились, что можем все. Но так и было. Он точно принадлежал к когорте полярных летчиков, которые совершали невозможное. Опыт, талант, знание Арктики, который живет по своим законам, и особый дар –